дорогие друзья, мы находимся в моей московской школе «Ангел и Вишенка», Быстряковское шоссе 1. Осталось несколько недель, и у нас открывается наша школа, где будут учиться и фигуристы, и хоккеисты, и разные-разные виды спорта. Магазин у нас уже нашей фирменной одежды «Кеди Кидс» и «Ангел и Плющенко» готов. Уже можно сюда приезжать на самом деле и выбирать уникальную одежду потрясающего качества. Очень удобно для спорта, очень удобно для повседневной жизни. Здесь у нас есть Александра Трусова, корнер такой. Поэтому все фанаты, пожалуйста, приезжайте и выбирайте. Здесь наши все великие. Татьяна Анатольевна, Елена Анатольевна, Алексей Николаевич Мишин. Наш главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, наш президент. Мы сейчас находимся на площадке. Буквально через несколько дней пойдет уже заморозка льда. Все трубы, все готово. Баннеры все развешены. Александр Овечкин, Женя Малкин, Илья Ковальчук, мои друзья, все здесь. Юлечка Лепницкая, баннер «Ангел и Плющенко», наш флаг «Московка, Москва». Так что все готово к работе. А здесь еще одна арена. Для начальной подготовки 3 на 3 поиграть, 2 на 2, потренироваться. Это малая арена у нас очень, тоже очень светлая, просторная и очень удобная. Очень удобная. Да, вот раздевалочка на малой арене с таким. Я говорю, сегодня пришел и как будто мы дома, да? 9 раздевалок у нас. Да, сын? Да? Иду. Нейтан Чен у нас. Макс, Аня. Щербакова. Лена Антон. Юлия Лепницкая. Да. А это у нас зал хореографии. Это у нас зал хореографии. Очень классно получился. С хорошими станками. Рон де Шампартер. Фондю. Пладабуре. Да, здесь у нас зона такая отдыха. Посидеть, пообщаться. С тренерами, с родителями. А это у нас что? Тренерская. Красивые. Идемте на второй этаж. Так, с наших шоу. И здесь у нас Дима Михайлов с Александром Трусовым. И Миша Калида. И опять Саша у нас летает с Димой Миланом. И вот этот парень летит куда-то непонятно.
это такой восторг. Вон. Спортивный зал. Типа. Давай. Сейчас еще довезут наши все тренажеры. Огромный большой спортивный зал. С огромным потолком. И с потрясающим, кстати, выходом на террасу, где у нас парковая зона. Какая? Парковая зона. Здесь парк. Здесь парк, где можно бегать кроссы. Где можно, кстати, играть там в футбольное поле. Опа! Саш, старшего ресторан. Заходи. А это у нас ресторан. Саша Овечкин. Сборная России по хоккею. У нас все ребята подписали автобус. Сейчас здесь расставляются столы. Кухня уже готова, все оформлено. А вот наши легенды, уголок наших легенд. Знаете, Третьяк и Роднина, и Гордеева с Гриньковым, Петисов, Тритопопов. Да. Набор с Александра Липового. Нашего трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу. Поэтому у нас в Ангелокрыщенко будет также школа Александра Липового по боксу, по кикбоксингу. Хороший, красивый, классный. Тебе понравилось? Лучше. Так это круто, конечно. Сделано с любовью. Мамуля у нас тут дизайн делала, бомбила все. Просто фантастика. Со второго этажа мы вот можем наблюдать, как будут тренироваться дети. Здесь будет диванная зона, столы. Очень уютно, можно попить кофе. С ресторана заказать еду и насладиться питанием и насладиться тренировочным процессом. Друзья, а здесь новая локация, это гостиничный комплекс. Очень удобно, если будут проходить здесь сборы или иногородние дети приезжают, здесь можно расположиться и жить. Вот такой вот прекрасный номер, очень уютный. Я сам двигал, на самом деле, эти кровати. И каждый номер имеет свое название. Этот номер называется «Снежный король». А этот номер «Снегурочка». А кто у нас Снегурочка? А Снегурочка у нас в главных ролях Александра Трусова. Это тоже наши сказки были. Каждый номер особенный. Каждый номер. Номер называется «Лебединое озеро». Какая плитка, какая сантехника, щелкунчик. Ой, великолепно. Щелкунчик потрясающий. Та-дам! Директор. Это наш офис. Проходите.